Всем снова здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем Силака. Я еще побегал, поискал секреты, ну и осталось, короче, найти два секрета в этой зоне всей. В данной локации секретов ноль, но я вернулся на предыдущие локации, на улице. И там, по-моему, еще два секрета нашел. Короче, в библиотеке реально был секрет за полками, как я и предполагал. Правда, он был немножко сложный. Там, короче, были специальные постаменты от 1 до 4, там были цифры на них написаны, и нужно было найти книги по мистике, на которых нарисованы цифры также от 1 до 4, и разложить на эти постаменты по всей библиотеке. Но так как книг там было на полу в библиотеке довольно много, сами понимаете, искать их было не так-то просто, эти книги по мистике. Но да, я их все нашел, поставил. Там книжная полка в мистическом разделе как раз открылась наверх, и за ней там был подвальчик с картами и улучшением. Если не ошибаюсь, там была граната улучшения, и можно было из гранаты сделать водяной пузырь, у которого радиус взрыва увеличен на 100%, а урон убран на 0. Граната становится просто по фану и бесполезной. Ну, естественно, ставить я ее не стал. Ладно, это все фигня. У меня наиграно тут 7,5 часов в этом уровне, а все из-за долбанных бургеров. Я просто оставлял этот долбанный кликер на фоне, он там что-то накапливал, я что-то прокачивал. Я хотел посмотреть, до какого абсурда это дойдет. Лопатки, биллионы бургеров уже перевернуты по всей вселенной. Прокачки здесь по сотому уже уровню кое-где, но это типичный кликер. Самое интересное начинается дальше. Мегаплекс. Одни фабрики ставятся на крышу других, чтобы была максимальная эффективность использования места. Гигаплекс. Несколько мегаплексов объединены в огромный мегаплекс. Просто абсурдная башня по перевороту мяса, по переворачиванию. Планеты третьего мира. Планета пришельцев решила отдать всю свою популяцию в рабство, чтобы производить плутонские бургеры. Галактический консорциум. Целая федерация планет согласилась отдать свою популяцию в рабство, чтобы производить бургеры для бургеров Плутона. Черная дыра, которая ведет в далекие галактики и позволяет вам присоединить дополнительные консорциумы за минимальную цену. Зеркальная вселенная. Целая альтернативная вселенная, вся жизнь в которой подчинена единственному, это созданию бургеров. Короче, я хочу понять, насколько это все будет абсурдно, что дальше, блин. Тут, судя по этой игре, у них там просто, ну, все на этих бургерах долбанных завязано. Так что я иногда здесь запускаю, прокачиваю, ладно. Бургеры бургерами, но нам же нужно идти дальше. Мы в ресторане Сэлла, и нужно найти за винными бочками где-то заряд. И к нам сейчас могут сюда нагрянуть какие-то нехорошие чуваки. Ну, это явно не винный погреб, но проверить стоит. Может, тут чего-то спрятали. Ну, такая забегаловка не маленькая, я бы сказал. Последний датапад на этой локации. Аквариум с какими-то пираньями. Туда скидывают посетителей, которые не платили. Хорошо, одевайте свой браслет. Ресторан Сэлла, ну или бар. Интересно. А, тут у кого-то было празднество, и, короче, ресторан не убрали. Короче, музыка тут не меняется нифига. Во всех автоматах она одинаковая, их 4 штуки, и все. Это мало, это не очень хорошо. Но тут мы шарахались, получается, по всему бару уже. Давайте посмотрим поближе карту.
Ну да, кроме одного места, но дверь центральная вот здесь. Она все еще закрыта. Ладно, пошли за взрывчаткой. Я не знаю, откроется эта дверь или нет. Так, а я сейчас не понял чуть-чуть. А где подвал у Села находится? А... Это тут? Ну вот винные полки я вижу. А, тьфу, блин. Нифига себе у него тут. Ну да, дробовик за стойкой и секретная кнопка, которая открывает то, что нам надо. Найдите скрытый элеватор в подвал, в винный погреб. Так, вот это вот не очень хорошо. Чё это? Оно сейчас красным заморгало. Сейчас уедем куда-нибудь не туда. Вместо подвала на крышу, блин, элеватор переклинит. Что-то глубоко как-то. Ой, ой, а я там пропустил, да? Что-то не слишком ли большой подвал у Села, э? Закрытая зона. Тут по лестнице можно спуститься ниже. Ё, твою мать, вот это да. Вот это ни хрена ж себе. Ого-го-го-го. Вот это ого-гошеньки прям. Я вижу, там люк зеленый внизу есть. Да ладно, идем. Где наша не бывала. Ядрить, что это такое? Это подземная система метро какая-нибудь. О, можно ускорить продвижение. Ага. Ясно. Тут у нас ничего. Блин. Надо как-то вот так тогда. Так куда ж мы приперлись-то, блин? А что-то у Села был, я так понимаю, не только бар, он, скорее всего, на кого-то работал. Ну, потому что просто так у него бы в баре такого хода не было. Где мы, бля? Это какой-то переход. Бля! Мне это предлагают забрать, или они меня сейчас убьют нахрен? Так. А пушечки-то у нас это... недружественные. Может их сразу гасануть нафиг, не знаю. Надо сохраниться, а потом попробовать. А может их можно перепрограммировать? А, и вышли обратно. Стоять. Так, а... А, да, просто надо было нажать. Я думал, код надо было. Штаб-квартира чего? Нифига себе. Заряды подрывные. Отправляйтесь обратно на уровень земли. Превентивные меры. Получите доступ к фабрике. Ни хрена себе тут, блин. Вот это да. Вот этот боезапас.
Да тут все есть. Блин, как хреново, что я все уже прокачал. МГЛ-2. Гранатомет. О! Вот, кстати, сфера была 200% ХП, которая круглая такая, металлическая. Я про нее говорил, что я ее находил как-то раз в одном секрете. Тут какая-то пушка есть. Чего? Модель недоступна? Model unavailable. Херово, что она недоступна, а... Интересненько, блин. Может, тут можно где-то разжиться этим стволом? Все-таки. Это было бы замечательно. Так, отсюда мы пришли. Есть ход сюда. Так это... там карта нужна, которую нужно где-то тут накопать, да? Так, что за гранатомет? Погодите-ка, давайте посмотрим, почитаем. Exon Weaponry гранатомет. 5 гранат в одном барабане. Я так понимаю, замораживающие, кислотные и огненные. Ну это да, это здравствуй, Resident Evil. Мультизадачное взрывное вооружение, эксклюзивно используемое Ace охраной, Ace Security. 24-миллиметровые. Так это получается желтое, это осколочная, традиционно осколочная граната, которая наносит урон всем врагам поблизости в радиусе взрыва. Ее радиус взрыва меньше, чем у гранаты М70В, но все еще наносит хороший урон. Ледяная граната имеет гораздо больший эффект поражения по сравнению с осколочной и наносит похожие повреждения. Но более слабые враги, те, кто выживут, будут моментально заморожены. Враги же более высокого уровня будут ослаблены. У них будет снижена скорость стрельбы. И также они могут потерять некоторые свои способности. Кислотный заряд. Это портативное оружие массового уничтожения. После детонации вся зона будет залита кислотой, которая наносит очень много урона и делает зону недоступной на некоторый период. Это очень редкий тип гранат, так что используйте их с умом. Ты монстр. Ну, короче, да, нам тут представили гранатомет, у которого должен как-то меняться режим. Different granite types not yet unlocked. Понятно, здесь можно открывать новые виды гранат. У нас, кстати, 5 точек на прицел, над прицелом. Это вот как раз количество гранат. Режим осколочный. Так, я не хочу случайно ёбнуть себе под ноги, если я случайно нажму кнопочку. Поэтому я бы лучше сначала побегал просто с пистолетиком. А вообще секреты лучше всего искать с кулаками. Даже если случайно чего-то нажмешь, то хотя бы можно не опасаться, что что-то это. Так, патроны. Денежки. Блин, это какой-то сверхполезный склад. По идее, сюда можно будет возвращаться, если это дело не запечатается обратно. Дом какого-то там Дауна. Переключить. Господи. Чё, блядь, часы заработали. Автомат, гантельки, кожаная курточка. О! Понятно. Это, короче, запас боеприпасов увеличен на 30. О! А это мы, что ли? Это наша девушка, это? А это кто? Это ее бабушка? Или это мать ее? Седая. Так, дверь закройся обратно.
душевая, аптечка в запас. Ну, тут как будто бы каких-то ходов и чего-то такого вроде бы нету. Полотенце, не полотенце, ладно. Аптечка в ванной. Какой-то куб. Книги, опять же. Какой козел разрисовал, блин. Ну, пипец, смешно. Найду, блин, кто разрисовал. Надаю похаре, блин. Так, это ящики не открываются. Это наша броня. Разработки брони. Чего? Специалайзер, что-то, короче, какие-то карты тут нарисованы. О, броня. Ну, броня и броня, хорошо. Штаб-квартира. А получается, тут мы облазили. Ну, блин, я полные боеприпасы закупил. Знал бы, блин, что здесь бесплатный склад оружия, я бы ничего не покупал. Это разработки вооружения еще тут, скорее всего. Блин, какие-то эти... схемы. Кто-то что-то разрабатывал. Это не дробовик твоего батя. Адаптивный, удобный, типа смертоносный, там вся фигня. Но есть улучшалка. Давайте смотреть улучшалку. Что у нас там? 260. Есть гранатомет. На него пока ни хрена нет. И некоторое из этого, скорее всего, можно будет еще и найти. Все установлено, все, что можем установить. Так. А, ну, это, короче, убийство из дробовика перезаряжает ваш подкат. Не, спасибо, я тут к местным подкатывать не собираюсь. Пусть они ко мне. Граната, вот она, секретная. Water Balloon. Это вот оно и есть, которое я нашел, водяной шарик. Ударная граната, которая сразу взрывается. Ну, я вот нашел еще липкую гранату, да. Я сделал липкую, теперь она не скачет, но прилипает к поверхностям и к врагам. Улучшенный радиус взрыва. И улучшенный урон от взрыва. Вот он, дополнительный заряд, который 75 плюс 50% вот, дает. Такая... уменьшает урон от самоподрыва на 70%. Блин, ну я не то чтобы часто этими штуками пользуюсь, я бы на самом деле вот на вот это вот все оставил запчасти. Мне кажется, все-таки огнестрел поважнее. Стрелять из турели мамонт. Ёпта! Вот это да, блин. Но я думал, оно пробьет стену, и мы сможем куда-то пройти. Но это просто... Ха-ха, пробьет стену. Для начала ее нужно открыть. Огонь. Отлично. Какой-то секретик нашли прямо тут. Опа. Вот и все. Запчасти нашли. Ну, тоже неплохо. Вот, потом сюда, потом мы вышли в запретную зону. Нифига себе, в какую задницу пришлось сходить, чтобы взять просто заряд для подрыва. Прибыли. Заходим, ищите цель.
Ебать. Чё-то нихера себе отоварили. А? Чё, жопу оторвало, блин, говнари. А то я что-то не подумал сразу гранатами их немножко забросать. Возьмем замораживающую. Ну да, вот они с улицы, скорее всего, и заперлись. Ну да, так и есть. Так, шестое. А вот, кстати, и пятое оружие это и есть. Это и есть гранатомет. Знаешь, я ничего не потерял в прошлый раз. Так, нам вот сюда. Тут была дверь. Гвин добавлена на карту. Она разве не была добавлена? Хорошо. Ход мы сделали. Ланкрия. Зона погрузки. Первый этаж. Так, а нам наверх все-таки, да, надо? По лестнице. Ну, пошли. Превентивные меры. Получить доступ на завод. Уровень завершен. Секреты не найдены 2. Лианкрия. Офисы. Опять Invasion Tier. Увеличенный калибр, блин. А, понятно. Вражеские стрелки, ну, автоматчики делают плюс 1 урона. Очень увеличенный. Прям как на пистолетах-пулеметах у нас прокачка. Плюс 1 урона, блин. Так, давайте посмотрим, что там, какие миллиарды уже накопились, блин. Все. Есть сохраночка. Ну, пойдем. Она близко, все на позиции, ждите. Ждите моего сигнала. Угу. Угу. Давайте, нападайте. Ну, я подожду. Угу. Чё, напали? А, здесь бронестекло. Все, вот и все. Ящички проверил, ящички не открываются. Пистолетные патроны. Готлер Коммуникейшнс. Это что-то офис связи какой-то.
Гвоздомет, блин. Ну тогда гвоздометом придется попользоваться. Блин, еще гвоздомет. Много тут на него пулик. Есть чемоданы эти, которые можно друг на дружку поналепить. Для чего-нибудь. Нормальная винда такая у кого-то. Я помню, похожий стиль черно-синий был на Windows XP. Не помню, как он назывался, но он у меня есть. В чем прикол? У меня еще, как ни странно, на XP-ху где-то на диске лежат программки всякие там и прочая чушня. Вот у меня где-то вот это было. Нам сюда, на лестницу. Надо смотреть внимательно, есть где-нибудь трещины на стенах, нету. Я уже на них помешался, блин, на этих секретах. Ну, в принципе, да нет, тут, кстати, секреты вряд ли есть в этом офисе. Где-то дальше, скорее всего. А чё, кстати, по информации здесь? Датапады 2 из 6, пум-пум-пум, секрета 0,4. Надо проверить, есть ли тут среди датападов какие-то пароли. Барселла, переписка, которая здесь просто вагон. Было бы это по-русски, я бы прочитал все вот это вот. Но, блин, сидеть еще с английского переводить, это будет очень долго. Лестничный пролет. Digital never, paper forever. Короче, никакой цифровизации, только бумага. Там какой-то принтер, что ли, рекламируют за 4000. Блять. Ах уж говнари тупые, блин. Где вы там? Они сейчас будут меня забрасывать гранатами? Или они подорвали, блять, лестничные пролеты, козлы? Я что, думаете, не пролезу? Я и так пролезу. Ты кто? А, это мужик, пришпиленный гвоздями к стене. Ну да, точно, у нас же гвоздомет. Понятно. Так, собственно. Оп. Залезли. Туда точно не пролезть. Надо как-то обходными путями шерудить. Ладно, пошерудим обходными. О, еще сейвка автоматическая. Блять, четвертый этаж. Вы промазали. Это Гвин еще и выебывается там. Подъебывает кого-то. Кого ты там подъебываешь? Вот этого? Это ты его убила, что ли? Вот неожиданный поворот в этой игре был бы, если бы вот эта вот Гвин была бы искусственным интеллектом, главным боссом. Ну, то есть она так, чисто по фану, для себя продает лекарства. Просто как дополнительный заработок такой. О. Вот, а на самом деле она очень-очень злая. Это было бы интересно. Ай, блин, опять эти мрази полезли. Ладно, Гвин, давай.
Это все, что вы купили? Ну тогда ладно. Это же такая пипец, блин. Надменная, я хренею. Тут расходов, блин, во все стороны. Разбегов. Закрыто. Ну, это тупиковое место. Тут как будто... Ась? Это должно открываться? Как интересно. А как оно должно открываться? Тут вроде бы выключателей нигде поблизости не было. О, какая здоровая хреновина. Есть что взорвать? Я сейчас принесу. Не, вы видали такую чушь? Я чё, просто так за баллоном ходил? Мне вот делать нехер, да? Какого хрена, блин, не взрывается стенка эта чёртова баллоном? Пришлось гранату потратить. У меня последняя осталась. Фанка Тойс. Ага, это у нас этот. Он самый, блин, игровой центр. Есть аптечка. Цель найдена. Задрали. Плазма пушки готовы, хорошо, вы знаете, что делать. Рассыпаемся, окружаем, типа. Понял вас. Ну рассыпайтесь, рассыпайтесь. Главное, совсем не рассыпьтесь. А не здесь. Ну чё? Чё, уроды, рассыпались, нет? У них плазмоганы есть. И вот, видимо, такая же пушка должна быть и у нас. Но почему-то ее пока нету. Оу. Ход на второй этаж. О, граната. О, дробыши. А, вам нужен желтый ключ, чтобы снять локдаун. Окна закроем на всякий случай. А, тут есть карточка и тут есть турель, за которую можно заплатить 200. Да блин, у меня и так денег, не сказать, что много. Я тут, понимаешь, еду даже купить себе не могу, питаюсь подножным кормом. Тортиками всякими, вот этими пиццами просроченными. А вот и карточка от кабинета. Чем вы тут занимаетесь, Тедди Бир сзади обнимает какого-то пришельца. Наверное, вот такого же. А, так это тоже ты дебир, только пришелец. Контроль света. Какие-то кристаллы нарисованы. Ты мой лучший друг, встречайте Тедди 13. Вот я бы не хотел, чтобы у меня лучший друг был Тедди 13. Звучит страшно.
Это бронестекло, и сюда выйти нельзя, да? Блин, такие места, которые хочется посетить. А зайти туда никак. А нужно... Вак Эцес тут есть. Тут есть пылесос. И, скорее всего, туда можно нырнуть. Прям в его нору. Синий броник. Ну, в принципе, вовремя, да. Хорошо, есть наверху там, но я не знаю, это сюда на второй этаж. А мы ж так можем сюда попасть, да? Да, вот он, лифт. Я уж думал, секрет какой очередной. Бублики какие-то старые, пончики. Не, я пока повременю с аптечкой. Лучше пончики съедим. Тут закрыто, пончик, все уже. Да, нам туда. Public Silaka Broadcast. А, это радио. Радиостанция местная. Ух ты, блин. Стопы, а как сюда? А, в принципе, как еще попадают на высоту? Ставят друг на дружку множество всякой херни и попадают. Можно стул поставить вот так вот. Раз, два, три, четыре попали. Все. Не допрыгнул. Система блокировки сработала. Я вот думаю, дробовик нам тут не сильно поможет. Изаак. Ну или Исаак. Умная система для автоматической сборки и коррекции. Ну, аптечка есть наверху, ее бы взять. Это студия записи передач, радиопередач, наверное. Блин, опять госдомет. Он не очень точный, к сожалению. Ладно, что я стульев не понаставлю, чтобы залезть. Да легко. Я это уже проделывал. В этой игре недоступных мест практически не бывает. До тех пор, пока есть что подставлять. Правда, стулья не самая удобная штука, но на один раз сойдет. Опа. Вот вам и секретик. Хотя это даже не секрет. Это просто. А, кстати, отсюда было даже проще. Тут бы хватило одного стула, чтобы залезть. А вот, кстати, чемоданы, ящики, которые можно было подставить. Еще патроны. Так, надо обыскать рабочие места. Может, кто-то что-то еще приныкал, типа патронов там, запчастей. Под столами, блин. Ну да, это общественная радиотрансляция. Радиостанция какая-то.
А, сундук. Сохранение прогресса. Желтая ключ-карта. Нет, я пока брать ее не хочу. Это у них видеокарта там такая. А в принципе ящик 350 кредитов, да? Ой. Ой. Это скорость. Ёб твою. Ни хрена себе, я тут с какой скоростью двигаюсь. Ну эта фигня сейчас закончится. Бездарно проебанный банни-хоп. Давайте ледяную возьмем. Это босс пришел. Кто-то ломится просто. Блять, не перезаряжена. Да на, бля. Куда пополз, блядь? А, нам кислотную еще дали. А, нет. Фраг. Фраги есть. А еще у нас есть автоматные патроны здесь. Assault Rifle плюс один. Одна пулька, это что, издевательство, блин? Нам вот сюда и надо, к желтой карте. К желтой двери, точнее. Четвертый этаж. Ага, немножко назад. Проверяем. Офисный комплекс. Тут очень много всего, опять же, написано. Разные эти... ПДАшки. Так, что там эти триллионами там зарабатывают что-то? Давайте вселенную еще прокачаем. Так, а гамбургер надо закрыть, чтобы не мешал. Понятно, там надо куда дверь открыть. Ч
Чё это он забегал вдруг со скоростью помешанного? Ну, да, вот они, камеры там. Сейчас к нам полезут, блин, всякие. Я вот и думаю, может быть, стоит все-таки турель приобрести. Она у меня на прицеле. Блять. Вот сука. Прут, блин, как не знаю кто. Придется возвращаться за аптечками. А, турели уже бошку оторвали, я понял. Стрёмно с таким хп тут ходить, когда есть плазмоганщики лазят. Ой. А нам сюда. Блин. Так, надо по карте посмотреть. Это было вот тут. Короче, я за аптечками, видимо. Все, удалось подправить подорванное здоровье, блин, в боях. И заодно у Гвин купить пару аптечек карманных. Ага. Можно попасть сюда, а можно попасть в тот люк. Под нами электрическая хрень. Но тут чувствую, блин, можно что-то и найти. Я бы вот там посмотрел на самом деле. Раз, два. Ну-ка. Нет, туда я не въезжаю. А может и въезжаю. Или мне сюда и надо? Администрация, уровень 4.2. Питание фабрики отключено, пожалуйста, свяжитесь с инженерами. Ох, ни хрена тут, блин. А вот это да, как? Ну, видимо, как-то из соседнего. No power. А, понятно. Когда появится питание, то мы сможем это открыть. Фу, стимуляторы. Оп. И это даже был не секрет. Меня прикалывает. Раньше это было секретом, вот такие места. Сейчас почему-то уже нет. Ну ладно. Твою мать. Тут еще охранные турели могут стоять прямо в проходе. Вентиляция. А, гвозди. Ну и все, получается, чтобы сюда попасть, тут надо питание. Просто так сюда не попасть. У, зараза. Ну, пойдем в вентиляцию. Ого. Ого-гошеньки тут переходов. И ниже куда-то, и выше. А, хе-хе, мина. Блин. А, да? То есть оно действует только прям вот если какой-то объект взять и бросить. Да ёпта. Блин, а почему оно не это? Так а... Туда не запрыгнешь. Или в красное нет смысла запрыгивать. Ублюдки вытащили все
ядра питания. Это очень сильно замедлит наше продвижение. Лобби. Угу. Угу. Нет питания. Камеры, в которую не подключиться. Так кто-то шляется там. Это спуск в лобби. Нет, сюда сначала. Сначала сюда. Тут есть баллон. Там кто-то ходит, что ли? Вот сучка. Головная боль может быть очень опасна, типа. Нельзя, типа, предугадать всего, там лучше перестраховаться. Короче, она всячески ебет мозг, чтобы у нее что-то покупали. Блин, какой хитрожопый, блин, автомат. По продаже лекарства. Я у нее и так постоянный клиент. По-моему, единственный. Могла бы и скидку уже дать. Так, стекла бьются. За ними может быть что-то. Здорово, блин. Молодец, катайся, убирайся. Гвин. О, тут что? Лянкря офиса. Ага, нам сюда и надо. Ну да, что-то она там сейчас говорила про то, что если у вас там тудым-сюдым какие-то структурные повреждения, там, ну, видимо, имеется в виду строений, используйте нашу систему ИЗАК, там, тот, который робот был полугрузовой, как он там. Нижняя администрация. Тя, ёпта. Тихонько, блин, ты не подходи к этой сволочи. Аккуратно, то бы сейчас взорвался мелкий. Ага, еще одна мина. Та бля. Позаминировали, блин. Не дает мелкому ездить, козел, блин. Тут уборщики работают, они турели понаставили своих. Ну, крики там, мы это у нас пистолет. О! Певчанский, не, нужно меньше здоровья. Она слишком здоровая для пива. Блин, как все запутано-то, ё-моё. Что это было? Чё они там делают? Они перекрытие рушат, что ли? Они решили здание перестроить, что ли, по-другому? Ну, как бы залезть туда можно. Так. Вот давай ты отсюда уедешь пока. Ну, да, залезть-то сюда можно. Только незачем. Хотя, по вот этим вот штуковинам можно походить и что-то поискать. Наверняка куда-то можно с этим делом прийти. Интересно, блин. Но здесь ничего. И вот такой херней я занимаюсь постоянно, блин, в играх.
Но тут как будто ничего нет. Может, по внутреннему радиусу там что-то могло бы быть. Но вроде пока ничего. Ладно. О, колу, пожалуйста. Сумка. Что-то пол здания разбарабанили, блин, полудурки. Так, а тут перекрыто. Тут закрыто, там закрыто. А, вот как дальше пройти. Батарею уже спиздили, точно. И нужно как-то этот вопрос решать. Мы здесь застряли из этих гребучих батарей. Какого хера так долго? Ну. Ага. Это все строительная зона. Есть граната. Я подумал, что это лестница куда-то, но это просто нарисовано. Мы такую уже видели. Under construction. Короче, там недостроенные уровни. Давайте пока на этом закончим. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Макс, это был у нас Силака. Всем до новых встреч, всем пока.